10 тысяч шагов к жизни. Молодежь Славянского района приняла участие в спортивной акции. В жизни каждого человека самое главное – это здоровье. Для того, чтобы подчеркнуть важность сохранения здоровья, призвать людей беречь собственные силы и вести здоровый образ жизни, в Северном парке Управлением по делам молодежи, молодежным центром «Континент» при поддержке Славянской центральной районной больницы, волонтерами акции «Мы вместе» и фитнес-клубом К-88 был проведен марафон «10 тысяч шагов к жизни». В начале мероприятия о важности ведения здорового образа жизни участникам акции рассказала врач-нарколог Екатерина Кадысева. Очень приятно видеть здоровых, красивых и очень молодых, перспективных людей, которые думают о своем здоровье, занимаются своим здоровьем и, в общем-то, получают от этого удовольствие. И я получаю удовольствие вместе с вами. За здоровый образ жизни, за радость, за молодость, за жизнь. Удачи всем! Участниками спортивного марафона стали волонтеры районного клуба «Пчела» и городского волонтерского клуба «Синергия», студенты сельскохозяйственного техникума филиала КУПГУ, электротехнологического техникума и учащиеся 12-й школы. Мне нравится делать различные спортивные упражнения. Я придерживаюсь здорового образа жизни, и поэтому я решила прийти поучаствовать здесь, потому что это очень интересно и полезно для нашего здоровья. Мероприятие понравилось, участвовать буду каждый раз, если будут предлагать. Сам занимаюсь спортом, тем более активным. Хочу в дальнейшем связать с этим жизнь. В рамках мероприятия для участников была организована зарядка, которую провел инструктор фитнес-клуба К-88 Валерий Буятанов. Далее участники отправились по станциям, где узнали очень много полезной информации о здоровом питании от Кандауровой Алины. Прокачались на круговой тренировке с фитнес-тренером Виктором Ольховневым. Стояли в планке с фитнес-тренером Аленой Котелинец. Кульминацией праздника стал марафон «10 тысяч шагов к жизни», в котором участники в количестве 250 человек прошли друг за другом по аллеям Северного парка, сделав в общей сумме более 10 тысяч шагов.